Сейчас будет заезд шашига против бомбы. И сравним, что лучше. Додж бомбу вставил. На выезде бомба вырвала победу. Ух ты! Ха-ха! Ха-ха! Парни, я извиняюсь, конечно, но сейчас ноги будут мокрые. Это вам не 402 метра по асфальту. Теперь кого снимать? А Вовке респект. Не очканул наказать мозаику. Вокруг клумбы это круто. Такие штучки на амортизаторах у него гламурные. Первую давай. Все. Нет, шашига завелась. Мне кажется, что Мазай поступил нечестно. Он изменил правила гонки. У нас должно быть было 402 метра, а он сделал кольцевую. Там Скорпион не мог выехать. Бомба выехала. Наверное, выехала, выехала. Нормально победила, проходила. Да нет, ты как-то во время гонки изменил правила. Сказали же вокруг этой херни бежать. Какие правила? А, значит, я не услышал. Все ж кричали, типа, едем круг вокруг клумбы и назад, типа. Ну давай, вытаскивай Вовчика и поехали на ручей. Нам с Вовчиком и тут хорошо. Не знаю, Руслан сказал, что на Чироке бы тебя сделал. Что у него там лежит? Больше не будет?